Аугуста. Красавица Мари. Мари, не сердись. Он популярен как никогда. Вы счастливая супруга, фрау Крёвер. Она была женой одного из величайших датских художников. Рядом с мужем пользовалась всеми благами. Никто никогда в мире не будет любить тебя так, как я. Что, если папа опять начнет, как тогда? Не волнуйся. Но ее жизнь была не такой, как казалось. Неплохо, даже очень. Но пойми, искусство — это не игрушка, это тяжелый крест. Это разве собака? А ну, зубами! Убью тебя, Мари, и все пройдет. Прекратите! Прекратите издеваться! Ей пришлось искать свой путь. Все на меня смотрят. Ты знаменита? Я больше не могу. Вы, Мари Крёвер, самая красивая женщина в мире. Он датчанин? Какая разница? Стану я посмешищем или нет? Он швед. Уходи, дочь останется со мной. Отвечай, кого ты больше любишь? Проклятый швед! Я сниму для него домик в дюнах. Можешь ходить к нему. Слишком дорогой подарок. Я не беру. Я отдаю. Фильм Билли Аугуста. Жена художника.